Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня будем рассматривать такой проект, как SAVIX. Итак, SAVIX – это новое определение пассивного дохода. Это DeFi традиционным сберегательным счетам. Давайте сразу немного о предпродажах. Сейчас идет уже второй раунд IEO с 10% скидкой, окончание которого состоится 21 марта 2021 года на платформе IEO Market, также и на платформе LaToken. Только на LaToken окончание 24 марта 2021 года, то есть на 3 дня позже. Всего выделено 100 тысяч токенов. Из этого 20% пойдет на Uniswap, 7% это экосистема, 5% это пресейл, 15% это IEO X-Markets и 15% IEO на LaToken. И 30% Unicrypt пресейл. Также на сайте довольно очень красиво оформлена дорожная карта, по которой мы можем узнать все планы данной компании. Если посмотреть на первый квартал 2021 года, то, как и планировалось, запустили первоначальную публичную продажу 5% от общего количества токенов продается через специальное запрограммированное предпродажное приложение. Никаких частных продаж, первоначальных предпродаж. На февраль 2021 года запланирован маркетинг и партнерские чипы. Чтобы подготовиться к следующим раундам финансирования, сопоставляется маркетинговый график, формируются партнерские отношения с платформами, влиятельными людьми. И также до конца года, до начала первого квартала 2022 года, мы можем увидеть. На этом, думаю, обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Переходите, изучайте, ознакомьтесь. Только после этого делайте свои выводы. Всем спасибо за внимание. Всем пока.